Друзья, всем привет, добрый день. Двумя руками реально поддерживаю возвращение гражданства Михаила Саакашвили, потому что умнее хода администрация Зеленского придумать не могла. Потому что Саакашвили, который оказался изгнанником, ну реально по всему миру, прежде всего со своей родины, может сделать из Украины стартовую площадку для возвращения в Грузию. Как вы понимаете, на ближайших парламентских выборах ему ничего не светит, просто по закону. Потому что в Украине избраться народным депутатом может только человек, который на протяжении последних 6 месяцев проживал в Украине. Саакашвили не проживал. Собственно, президентские выборы он уже тоже пропустил. Партия его, которой рулил господин Деревянко, имеет примерно нулевой результат. И даже при наличии Саакашвили, который не идет в парламент, в принципе, может быть, 3-4% наберет, но не более того, потому что, сейчас не обижайтесь, даже когда Саакашвили был в Украине, у руха новых сил поддержка по социологии была 2-3%. Сомневаюсь, что ему за короткое время удастся сделать 5 и попасть в Раду. Вот очень сомневаюсь. Без поддержки какого-то крупного капитала, без поддержки больших национальных телеканалов не вижу возможности. Но вижу возможность для того, чтобы Зеленский стал, знаете, таким человеком, который вернул в Украину таран против предыдущей власти. Потому что Саакашвили, горячий горский грузин, он вообще по большому счету должен быть мстителем данной ситуации. Знаете, такое межпарламентское объединение мстителей, людей, которых Порошенко выкинул из страны. И Саакашвили, наверное, будет главным человеком, который будет просто не жалеть всех своих сил для того, чтобы уебать Петра Алексеевича посильнее, когда вернется в Украину. Уебать Порошенко, уебать Кононенко, по округу которого я иду на пожаритарке, уебать Свинарчука, уебать Довгова, уебать Березенко, уебать всех тех, кто, по сути, курировал БПП и создал условия для того, чтобы Саакашвили выкинули из страны. Причем параллельно уебать Народный фронт, параллельно уебать Возрождение, Волю народа, Ляшка, Самопомощь, всех. Потому что Саакашвили терять здесь нечего. И обязан возвращением гражданства он именно Зеленскому. А все остальные политики, по сути, его враги. Потому что не защищали его, когда его выкидывали из страны. Поэтому возвращение Саакашвили – это просто математическое уменьшение шансов Порошенко, Народного фронта, Гройсмана и другой пиздоты вернуться в украинский парламент, в украинскую власть и получить какие-либо позиции на местах, в регионах, просочиться, пролезть, проявиться и пересохраниться. Так что двумя руками за, это, знаете, как вот такой карандаш против тараканов. Охуенно. Чем быстрее намажем вокруг холодильника, тем меньше этих мерзких насекомых останется вокруг нашей с вами общей еды. Подписывайтесь, комментируйте и помните, нет никакого кризиса, они просто пиздят наши с вами деньги, и Саакашвили, уверен, сейчас будет на нашей стороне. Пока.